Всем привет. Сегодня готовим традиционный кубинский суп из черной фасоли. Вот для этого я уже начал потихонечку чистить лук. Ну, в общем, складываем. Потребуется лук. Самое главное героиня – это черная фасоль. Чем чернее, тем лучше. Можете взять там бордовую, там разную, только не белую фасоль, потому что это будет совершенно другой суп. Взял я паприку, молотый, сушеный, сладкий перец, по сути дела. Один остренький перчик. Один болгарский перец, сладкий. Ну, это то же самое, только другая его апостась. Значит, рис. Рис можно взять. Вот я взял сорт Арборио. Вот, Жорж, давай сюда, заходи быстрее. Лимоны сейчас как раз. Давай, тащи. Значит, вот Жорж привез нам лимон. Черный перец. Дробленый черный перец. Чоризо. 200 грамм. Колбаски чоризо, 4 помидорки. Где помидоры, там и томатная паста, сразу же. Если у вас лето, ароматные грунтовые помидоры прямо пахнут. Вот эти, кстати, запах есть узбекский. И через корешок вот этот пахнет даже томатной этой, помидорной этой рассадой. Значит, туда добавляем томатную пасту. Значит, растительное масло, кинза. И еще один из главных ингредиентов – это свиные ребра. Вот тут килограммчик свиных ребер. Замечательные такие вот свиные ребра. Вот. Ну что, по-моему, все перечислил. И мы с этого супа начинаем очередную нашу съемочную серию, которая будет состоять из интересных супов. Еще один будет кубинский, потом борщ на лосятине, потом щи из трех капуст. И еще много-много всяких традиционных, исторических блюд вот в этой серии мы приготовили. Будем снимать, наверное, штук 15 до Великого Поста, чтобы нам туда уйти спокойно, с чистой совестью, уйти в монтаж, значит, наполнить выпусками наш канал, на который вы, пожалуйста, подпишитесь и поделитесь любым из наших видео в своих соцсетях. Я буду очень рад. Поехали! Значит, вода кипит, в подсоленную, чуть-чуть подсоленую воду закладываю фасоль. Пошел. Ну что, значит, сюда мы сейчас откладываем для красоты. Все, убираем, пусть лежит, главные наши герои. Так, это пусть на краешке лежит. Угу. Вот такая у меня есть штучка. И разделаем. Ага. Ага. Алексей Александрович, вы же были на Кубе? Да, да, был. Был. Два раза. Я надеюсь, что я еще съезжу на Кубу. Ну, такая, знаешь, неоднозначная страна, сразу могу сказать. Все непросто. Люди Остров Свободы, так называть. Мы взяли машину, ездили в Тринидад, город. Это на другое побережье, на Карибское море уже. Но мы прилетели в Гавану, там были несколько дней. Кстати, кадры надо поставить. Поставьте, ладно? Ладно, вот. И оттуда уехали уже в Тринидад опять. Тринидад – это вообще потрясающий город. Очень интересно, там погода особенная. И ветра, которые дуют с Атлантики, то есть с той стороны, он находится на Карибском море, а ветра, которые дуют с Атлантики, пробивают всю Кубу, и горы, которые отсекают от северных ветров, поднимают вот эти холодные потоки вверх. И в самом Тринидаде, там, вот если, например, там, в Гаване будет 16 градусов,
то в Тринидаде там 32-35. То есть вот надо прямо, если кто-то собирается ехать на Кубу или мечтает туда съездить, нужно прямо вот планировать поездку и смотреть, сколько погода именно в Тринидаде. Но, соответственно, Кая-Кока — это тоже северный этот ветра с Атлантики, это Атлантический океан, там красиво, здорово, отмели большие, это очень интересно. Тринидада вот уже выезжаешь, буквально смотришь на машине, градусник там 32, 31, 32, 30, 29, 28, приезжаешь в Гавану, через 300 километров уже там в Гаване 16. И вот сейчас мы поставим кадры, которые мы приехали, и вот из 32-33 приехали в Гавану, там огромный шторм, набережная Маликон, известная набережная, закрыта, и совершенно другая погода. Вот. А город Тринидад — это один из первых городов Нового Света. Он занесен полностью там в город, занесен в ЮНЕСКО, охраняется полностью. И, Дядь, ты чего тут выхваживаешь, а? А, ну давай на свое место садись, мой. Дядик, ну иди сюда. Кот, который гуляет сам по себе. В общем, очень интересное место. И я там пробовал супы. Ну я почему эту программу придумал? Потому что я куда ни приезжаю, везде пробую супы. Ну что делать? Вот поэтому мне и стало когда-то обидно, что, блин, я столько пробую, а ничего вам никому рассказать не могу. А сейчас я буду уже рассказывать. Ну, вот, экзотические всякие, туристические вещи. И наша история только начинается. В общем, потому что, когда мы задумывали программу, я хотел ее именно рассказать как познавательно такую гастрономическо-туристическую, в общем. Ну и, конечно, чтобы я своим опытом делился в плане бизнес каких-то рецептов. Но это отдельный плейлист, вы можете тоже посмотреть. Отвечаю на вопросы предпринимателей, потому что я не повар профессиональный и не планирую становиться поваром не из-за того, что я не уважаю эту профессию. Наоборот, очень уважаю эту профессию. Буду популяризировать эту профессию и буду приглашать сюда поваров. И уже есть договоренность с несколькими поварами, которые придут к нам и будут делиться своим опытом. В том числе и с преподавателем училища, кулинарного училища, который выпускает этих поваров. Мы с ним давно хорошо знакомы. И у нас есть договоренность, что он уже к нам придет. Он был на съемках с Михаилом Александровичем Ширвинтом здесь. Вот. Но не входил в кадр, так скажем. Если бы я не был предпринимателем, я бы был поваром. Вот я как предприниматель сейчас повар здесь. Нарезаем. Давайте я сразу здесь на мясной прямо, так как они все равно будут вместе. Нарезаем лук. И чоризо. Нарезаем вот так вот, половинками. Я ставлю ребра, жарится на плиту, прямо так. Страна небогатая, Куба. Ну, южные страны, они в основном так на расслабоне живут, у них другие приоритеты. Это нам в северных странах надо выживать. Значит, в лук вот сюда выливаем вот эту вот штучку, масло, чуть-чуть, половину масла вот этого выливаем. И чоризо сюда, и тоже на плиту. Раз. Спасибо. На Гавана вам как? Гавана — интересный город, но, видишь, удивительная особенность кубинцев – это гордиться развалинами. Ну, в общем, разруха жуткая, и они этим гордятся. Ну, на самом деле, экзотика
дикая. Проходишь там через какие-то, все обшарпано, все облезло. Но экзотика прямо чувствуется. То есть это такая, да, атмосфера и архитектура, вот когда вот все так было построено, было шикарно, было круто, и потом все так и начало облупляться, там, рухнуло, и никто ничего не делал. Сейчас я тут свиньи ребра помешаю и тебе продолжу отвечать. Также мелко я мелкими кубиками нарезаю сладкий перец. В данном случае не будем называть его болгарским, потому что он кубинский. Мне вообще кажется, что кубинцы не знают, где, что такое Болгария вообще. И как бы нафиг она им не нужна. Они дальше Майами, наверное, не мечтают никуда уехать, потому что Майами у них там совсем рядом. Погода такая же, можно сказать, Кубу видно. Вот сейчас начали уже самолеты летать из Майами, и нередкие американские туристы, в общем, на Кубе. Во всяком случае, когда вот мы недавно были там, вот они были. Ну что? Я добавляю помидоры и болгарский перец в лук и чоризо. Все, пошли. Опа. Вот так вот. Красота какая. Так, ну что, у нас тут лук обжаривался с колбаской чоризо. Потом мы добавили сюда, значит, помидоры, нарезанные мелко, и болгарский перец, тоже нарезанный мелко. Сейчас наша задача вот сюда вот добавить паприку. Сладкий сушеный перец. Вот так вот. Тут все сочетается, потому что в чоризо есть... Она сладкий перец есть, помидоры с паприкой сочетаются. Надо вот после этого попробуйте и примите решение по томатной пасте. Вот как у вас эта вся штучка будет заходить. То есть томатная паста, она должна усиливать вкус помидор. Тем временем фасоль уже достаточно долго варится, и мы добавляем туда рис. Так, ну вот наступил вот этот момент долгожданный, когда все перемешалось в сковородочке и закипело. Что у нас тут? Нормально. Но ложка томатной пасты, я считаю, не помешает. Я положу ложку, даже полторы. На мелкий огонь надо поставить сюда. И пусть сейчас все пропарится, перемешается, опять закипит. Все, ставлю сюда мелкий огонь и закрываю полностью. Там мы нарежем острый перец, кинзу и лимон. Корешки, толстые части кинзы добавим, чтобы они еще потушились. Значит, вот эту штучку, перец, сейчас будем резать и удалять от семян, потому что он достаточно острый. Нам нужно почистить его от семян. Так. Нам не нужно ни одной семечки, потому что я это очень сильно острый. Конечно, откуда деваться. Слав, приехали грузины на Кубу, такие.
А грузины с чего с собой берут всегда? Вино и кинзу. Ну, вино, чача. Чача, это знаешь, это не везде пьют чачу. Не все грузины пьют чачу. Чача это там, где горные районы и там, где нет винограда. Вот, это типа там, где Зугдиди. А исторически вино это Лозаннская долина, естественно, и такие более равнинные эти местности. А в горах пьют чачу. Правильно? Так, если грузины приехали на Кубу, привезли с собой вино и кинзы. Ну а как же? Ну ты спрашиваешь, есть кинза на Кубе? Ну конечно, грузины привезли. Это идем закладывать в помидоры, чоризо и лук, а это закладываем в мясо. Корешки толстые части кинзы, раз, а и сюда красный перец. Вот посмотрите как. Сюда, вот, посмотрите. Когда все соединим, уже в конце, вместе с лимонами и кинзу добавляем. Все, откладываю в сторону. Ну что, теперь давайте свинину закладывать уже в кастрюлю. Вот как. Прямо с жиром можно. Жир-то вытопился. Жиробушек. Вот так. Ну что, готовимся закладывать все тут содержимое сковородки в нашу кастрюлю, которая кипит. Свадьба. Да тут все конкретно, ребята, посмотрите. Ой, красота, ой, красота. Все не перестает кипеть, потому что и до этого тут кипело, там кипело. Добавляем уже вскипяченой воды сюда по уму. Ну и надо оставлять, наверное, на медленном огне, как только закипит, наверное, минут на 40, чтобы свинина отдала прямо все из костей, в том числе это же ребра, понимаете, ребра. Если была просто свинина, тогда бы это было одно. А это ребра, поэтому температура должна добраться прямо до ребер, до сухожилий, до всего-всего, что там есть. А мы сейчас приступим ко второму кубинскому блюду. Супу. Канья по-кубински. Вот, или канья. Как правильно, если вы считаете, что канья, напишите, пожалуйста, с ударением. А то я один раз написал, сказал борщ украинский, и мне тут началось... Хотя, в принципе, активность на канале приветствуется, надо подписываться, ставить лайки, писать свои комментарии. Ну что, все, закипело, отсчитываем до минут 40, не меньше. Кубинский суп из... Ой, опять обжегся. Четвертый раз обжегся об эту кастрюлю. Такого никогда не бывало. Значит, ладно. Кубинский суп из черной фасоли с колбасой чоризо и свиными ребрами готов. Давайте пробовать. Он подается с лимоном и кинзой. Самое интересное место. Я живьем не стал туда закладывать кинзу, чтобы, соответственно, у меня получилась зеленушка здесь. Но можно за несколько минут до готовности положить туда кинзу. Сейчас будем пробовать. Я уже точно, вернее, скажу так. Кубой прямо так и пьет.
как бы вам объяснить это? Обжаренная свинина, она проварилась. Стала мягкой, естественно. Перемешалась с паприкой, чоризо и перцем. Ну, вообще просто очень классно. Не острый он получился. Можно, конечно, еще и острее добавлять, смело. Но я не очень люблю так прямо, чтобы остро было. Всегда можно сделать, добавить, всегда можно. Все четко. Даже такой вкус вот от чоризо пошел вкус подкопченостей и от свечей от ребра. Но сами ребра не были копченые, поэтому они как бы соусом, вот этим вот бульоном пропитались, таким с подкопченостью. Но на самом деле они чистые и не копченые. Готовьте, пожалуйста, по этому рецепту. А у нас сейчас на плите шипит все это время борщ русский, да, в скороварке. Обязательно посмотрите. Если сравнивать ее с какими-то ближайшими супами, то это всеми нами любимая солянка. Все, у меня даже молва начинает отниматься. Слав, ты тоже, наверное, голодный, да? Конечно. Вот мы три супа сняли, и уже все, надо пробовать, уже завершать. Всего вам хорошего, до свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего вам хорошего. Спасибо за внимание. Thank you.